Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Кравченко. И в следующей лекции мы с вами поговорим про документы по учету доходов. Эти документы установлены приказом 61Н. Эти документы являются обязательными к применению всеми, без исключения, организаций бюджетной сферы. И в рамках видеоконсультации мы с вами поговорим об особенностях применения этих документов. Смотрите на видеоконсультанта.